Кафедра теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук РУДН провела 8-ю научную конференцию «Ситуация в Афганистане. Формирование региональной системы безопасности в Центральной Азии». В обсуждениях актуальных проблем региона приняли участие ведущие эксперты и специалисты практики по Афганистану и сопредельным странам из научных институтов РАН, МГУ, РУДН, МГИМО, Военной академии Генерального штаба вооруженных сил, Российского института стратегических исследований и других центров. Среди почетных гостей – атташе по культуре посольства Исламской республики Афганистан в Российской Федерации профессор Шах Султан Акифи, а также представители афганской диаспоры. Особое внимание в докладах и дискуссиях было уделено вопросам региональной безопасности в свете ситуации, возникшей в этой связи в Афганистане и вокруг Афганистана после президентских выборов, а также внутри- и внешнеполитические аспекты фактора запрещенной в Российской Федерации террористической группировки ИГИЛ. Телевидение РУДН. Новости.